24 часа в машине челлендж. Вот это полигон! Богатые и бедные 24 часа. Да, в лесу с палатками. В поход! Ну и уходи! Я и без тебя справлюсь со своим роликом 24 часа на стуле. Мы сегодня с вами проведем 24 часа под кроватью. Только я сейчас устроюсь получше. Хороший котик, хороший котик. Фенька, у меня что-то есть классное. Что? Вот, смотри. Что там? Это письмо, Фенька, сейчас будем читать. Давай быстрее, что там? Ладно, ладно, давай. Самому интересно. Распечатывай быстрее. Сначала надо прочитать здесь. Кифил Бойс, Кириллу Филиппу. Ладно. Нам письмо, прикольно. Так, дай. Читаю. О, эмблема нашего канала. Да. 24 часа в машине челлендж, приз. $1000. Ой, $1000? Это сколько в рублях? Ну, это примерно около 70 тысяч. Это что вообще такое? Читай, Кирилл. Привет, Кифил Бойц. Я ваш подписчик. Я люблю смотреть ваш канал. И еще я очень богатый. Поэтому я придумал для вас челлендж. О! 24 часа в машине. Филька, слушай внимательно. Вы должны снять видео и выложить его к себе на канал. Вы можете делать там хоть что, играть, есть, пить, спать. Одно условие. Слушай, Филипп, не прослушай. Ни при каких условиях не выходить из машины. И даже не касаться земли. Даже пальцем. А ногтями? Наверное, ногтями нельзя. Если хоть один из вас не справится, награда отменяется. Если согласны, вперед. Да, конечно, мы согласны. $1000? Да. Просто покататься на машинке. Да не покататься, а посиди там 24 часа. А что мы там будем 24 часа делать будем? Ну точно надо поесть, попить. Во что-нибудь поиграть и поспать. Тогда я займусь самым главным — играми и сном. А я чем? А ты еду и питье собери. Ладно, пошли в бомб. Фильк, только собирай так, чтобы мы с голоду не умерли. Да я самую вкуснятину наберу. Смотри, Филь. Мурзик, леопард. Мурзик, леопард. Мурзик, леопард. Мурзик, леопард. Все, побежали, Кирилл. Бежим. Я для сна и для игр, а ты иду. Ладно. Встречаемся на улице. Хорошо. Фанта. Берем. Заработаем эту $1000. Как раз мамина машина стоит тут. Нам повезло. Где там Филька? Я уже здесь. Привет. А почему у тебя такой маленький пакетик? Нормальный пакет. Я все взял. Точно? Дай проверю. Я же с тобой не проверяю. Ну, если голодные будем, Филь, смотри, получишь у меня. Да не будем. Так, подожди, надо посмотреть, что еще есть в машине. Пока я не наступил ногой на машину, челлендж не начался. Раз ты уже залез, Филька, проверяй. Ладно. Салфеточки. Спрей от комаров. О, спрей от комаров очень может пригодиться. Так, посмотрим, что здесь. Так, тут жвачки. Больше еще нет, по идее. Ну, жвачки тоже неплохо. А в бардачке что? Ну, вот, салфетки. И очки. Ну, уже вечер, очки нам точно не понадобятся. Филипп, надо твое кресло убрать. Мешается. Сейчас я цеплю. А я в багажнике размещусь пока. Большой. Зонтик? О, тут зонтик есть и плоскогубцы. Не знаю зачем. Ну ладно. Надо, Филька, кресло опустить. А как? Филь, потяни вон ту штуку, когда я скажу за кресло, да. Вот эту? Да. Нагни его. Как? От себя. Нажал, нагибаю. Вот так, больше места. Давай второе кресло.
ребят, челлендж начался. Вы в нас верите? Я залезаю. Нет, нам больше нельзя вылазить. Классный будет челлендж. Сейчас мы посмотрим, кто что взял. Сразу надо пледик постелить, чтобы было уютно. Так, вон. И потом сразу что ли есть начнем? Нет, поиграем в попыты. Ты попыты взял, молодец. Не только попыты, у меня где-то еще тут дубль был. О, ой, это что у нас в машине было? Да, смотри, у нас еще тут скричер есть один. Без диска только. А давай этого потянем, я его давно не тянул. Давай. Правда, его надо. Я его завязал. Ну ладно, фиг. Что я здесь сплю? Блин, самое хорошее место. Выбор мне что, здесь спать? Может, как брату уступишь? Нет, давай лучше бедра сделаем. Так, короче, убираем эти башмаки сюда. Зонтик. Тоже? Это тоже? А куда плоскогубцы? Вот сюда можно. Офигеть, шкафчик! Прикольно, 150 часов можно выживать здесь. Сейчас я посмотрю, что ты из еды взял. Пакет у тебя был больно маленький. Сначала ты плед расстели, а? Ну ладно, все, давай. А когда темно будет, что будем делать? У нас фонарик есть. Я взял фонарик. Вот, расстелили, так классно стало. Теперь подушечки и будет уютно. А, классно. А у меня почти даже ноги влазят. Ну да. Кстати, здесь еще кондиционер. А у меня ноги не влазят. Кирилл! О, не влазят. Крутой челлендж, я даже не знал, что в маминой машине подзарядник есть. А смотри, раз, 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 два, три, четыре, пять. Это звук, это колонка. Ну, Филька, все, доставай попыты. Одинаковые нам бери. Да. Будем время коротать. Так, давай, кто быстрее. Все, Филька, играем. Это у нас займет полчаса. Что-то я уже проголодался и в попыт не хочу играть. Ну так давай поедим. Точно, мы не посмотрели, что ты взял. Ага, давай. Я только вкуснятину взял. Показывай, какую ты вкуснятину взял. Чипсы. Чипсы я люблю. Шоколадочка на десерт. О, неплохо, молодец. Еще что? Твоя любимая кола и моя любимая фанта. Круто. И аскорбинка, чтобы не болеть. Все? Филь, это что, все? Ну все, Кирилл, больше дома нет ничего вкусненького. Филь, почему ты только вкусненькое взял? Взял бы хлеб, сосиски, макароны, блин. Или пельмени. Ну я что-то не подумал. И мы что, думаешь, будем 24 часа есть чипсы твои? Ну уж нет. Я закажу пиццу. О, Риал, круто ты придумал. Набираю, еще звоню. Стой. Мы ее заберем. Нам же нельзя выходить из машин. Так, Филипп, давай сначала закажем, а потом будем все решать. Главное заказать. Закажи двойную, чтоб вкуснее была. Да тише ты сейчас. Ну все, Филипп, пиццу я заказал, пока ждем в Брал поиграем. А мне-то не во что играть. Ну ты посмотри, как я играю, и чипсы распакуй. О, чипсы классные, давай. Да. Только не устраивай тут срач, пожалуйста. Устроим. Только руки вначале салфетками вытри. Ладно. Кирилл, давай пока чипсы ем, ты будешь играть, а потом поменяемся. Ну, давай. Если батарейка не сядет. А если я все чипсы съем? Ладно, ладно, сейчас я оставлю поиграть. Сквик. Это не то. Блин. Биби тут самая быстрая. Эдгар вообще и факаша. Так, идите. Ой-ой, блин. Ой, Кирилл, тебе звонят. Все серьезно, давай. Алло, кто это? Здравствуйте, доставка пиццы. Забирайте, пожалуйста, мы у вашего дома. Сейчас, две минуты. Филь, что делать будем? Не знаю, что делать, надо как-то пиццу забирать.
Да, одними чипсами ты тут сыт не будешь. Блин, что делать, до забора далеко. Я придумал, надо соседу Лёхе позвонить. Ты гений! Да, я гений. Ща Лёхе наберу, он пиццу заберет. Так. Бери, давай, гудки идут. Алло. Лёх, приди, пиццу забери нашу. Откуда забрать? Да мы на улице с Филькой в машине сидим. А, ну ладно, сейчас. Все, готово. Считай, с яйцами будем. Из-за меня только. Где он там? О, Лёха! Лёх, иди сюда. А вы что тут делаете, а? Лёх, тебе сейчас важная задача. Сходи и забери пиццу. А где она? Лёх, доставщик у ворот. Я ему уже деньги отдал. Тебе просто сходить в калитки и пиццу забрать. Ладно, понял. Филипп, да опять мы справились с этой задачей. Лёх, иди сюда. Идёт, ура! Лёх, ну ты молодец. Давай нашу пиццу. Спасибо. А что вы тут делаете? Мы снимаем ролик 24 часа в машине. Кстати, Лёх, хочешь с нами пиццу? Раз ты нам помог, мы тебя угостим. О, круто, спасибо. Ну-ка покажи, какую ты там пиццу заказал. Смотрите. Офигеть. Как ты и просил, две разные половинки. Это с ананасом, а это простая. Выбор нелегкий, но я выбираю с колбаской и сыром. Держи, Лёх, тебе с колбаской и ананасом. А можно мне другую? Да, держи. А можно я к вам? Не-не-не, у нас челлендж только для нас двоих. Жалко. Ну ладно, хотя бы пиццу поем. Кстати, у нас еще газява есть, хочешь? Какую ты любишь? Я люблю фанту. Ну тебе фанту напей. Сейчас открою. О. Прикольный челлендж придумал наш подписчик, просто вот. Жаль, что мне такие челленджи никто не придумает. Ну, потому что ты не блогер. А нам еще за этот челлендж $1000 заплатят. Прикинь, это где-то 70 тысяч рублей. И еще поедим, попьем и классно время проведем. Ну да, вообще классно. Так, ну а мы продолжаем 24 часа в машине. Так, сколько еще осталось? Осталось немного. Осталось каких-то 12 часов. Так скоро спать уже будем. Ну ладно. Кстати, Филь, у меня в пакете где-то еще фонарик был. Поищи. А он работает. Угу. Ну да. Ночью будет не страшно спать. Лёха, ты что ушел? Да я тут пока посижу пока. Ну сиди, пока тебя домой не позовут. Кстати, если ты телефон принесешь, можем вместе Брау поиграть. О, классная идея, я побежал. Только, Кирилл, играем по очереди. Ладно, офигенный челлендж, мы сможем продержаться. Последние капельки фанты. Что там, Леха еще не ушел? Я здесь еще. Кирилл, кажется, у меня проблема. И у меня. Ты тоже хочешь в тузик? Да-да-да, сильно. Что-то мы это не продумали. Может, Леха нам поможет. А чем он нам поможет? Горшок, что ли, принесет? Че, вам горшок нужен? Ха, ну типа того. Не, я на такой не подписывался. Филипп, кажется, наша последняя надежда убежала. Может, кроссовки быстро возьмем и сбегаем. Филь, ты что забыл? Нам даже пальцем нельзя пол трогать. Может, прямо здесь? Может, потерпим до утра? Нет. Не, не смогу я. Стой, Филипп. Я не могу больше терпеть. Нет. Ты что, не хочешь $1000? А что, по-твоему, я опять это должен был? Ну, я хочу $1000. Компьютер, Филь, помнишь, ты планшет хотел? Тебе на него хватит. Ладно, я дотерплю до утра. Еще к тому же холоднее становится. От этого еще больше писить хочется. Я лучше укроюсь пледом, чтобы не было холодно. Фиг, ты что, серьезно? Блин, капец!
Все, так намного легче. Фин, ты теперь все двери закрой, чтобы мухи не налетели. А ты тогда ту. Хорошо. А у нас же спрей от комаров. Да нафиг он нам нужен? Лучше двери закрыть. Да нет. Чтоб мухи реально не летели. Чуть-чуть попшикаем. Все, Филя, до утра мы больше воду не пьем. Так у нас и пить-то нечего. Ну все, давай, Филька, расстилаем и спать. Кирилл, расстели по-нормальному. И фонарик, Филька, возьми. Осталось всего 8 часов, и мы богаты. Все, давай спать уже. Все, давай. Фонарик ставим сюда и спокойной ночи. Заснем обычными пацанами, а проснемся богатеями. Все, спим. Закрываем дверь. Ой, мы не выпустим сейчас. Богатые и бедные 24 часа. Да, в лесу с палатками. В поход! О, сейчас пожрем. А для тех, кто все съест, есть еще фруктовый батончик. Это мне. Всем привет, ребят! И вы на канале Kiffy Boys. И сегодня мы снимаем «Богатые и бедные 24 часа». Да, в лесу с палатками. В поход! И не забудьте подписаться. Кто не подписался, остался нубасиком. Всем здоровья желаю. А я буду следить за тем, чтобы богатые были богатыми, а бедные – бедными. Ну понятно, кто тут будет по-богатому. Я тоже готов по-богатому. Посмотрим, что тут есть. А ты что смеешься? Ты походу по-бедному. Ну ладно, зато я знаю много чего. И лайфхаки. Вначале выберем палатку. А что тут у вас есть? Смотрим, какие есть палатки по-богатому. Это моя палатка. А это чья? Можете эту выбрать. Посмотрите. Она какая-то маленькая. Кирилл, давай другую выберем. Вот еще на берегу есть три палатки. Осмотрите. Ну там же кто-то отдыхает. Да, но у них там много еды. А я где буду жить? А для бедных у нас вот эта палатка. Какая маленькая. Давайте, раскладывайте. Мы тебе поможем. А сейчас она сама разберется, смотрите. Волшебная палатка. Не такая уж и не маленькая, мне хватит. Так, надо найти вход. А, вот он! Открывай. Сейчас. Он должен быть двойным люком. Да. Давай. Не такая уж у тебя и маленькая палатка, Вась. Вполне уютно. Пока обустроюсь, а вы пока выбирайте палатки. Вот у меня хлебушек и водичка газированная. Все, что нужно для бедной жизни. Вась, пока. Пока. А постельная будет? Ну вот у нас как раз сдутый матрас. Вот как раз сдутый матрас мы тебе и постелим. Сейчас поможем. Беспокоит в моей палатке. Здравия желаю. С вами имеет дело сержант Артем. Вы арестованы по статье неподписывания. Кто я? Ну да, я еще пока не подписалась. А что нужно сделать? Вам нужно немедленно зайти на канал Kiffy Boys и подписаться. И поставить колокольчик. И лайк тоже. И все, кто это не сделал, повторите. Хорошо. Я прямо сейчас зайду и прямо сейчас подпишусь. Подписка. Все, я свободна? Так точно. Все. Какую же палатку выбрать? А давай в оранжевую. Давай. Нормальная.
Можете обустраиваться, осматриваться, а потом будет выдача из инвентаря. Спасибо за палатку, нам лучше инвентарь. С вами приятно иметь дело, молодой человек. Возвращайтесь! А, неплохая уж палатка. Проведем ревизию палатки, посмотрим, что здесь есть. Сразу заметим фонарик. Ночью он нам пригодится. Два спальных мешка я соединю. И я буду спать под красным. А мне вообще без разницы. А вы знали то, что спальником можно просто укрываться? А можно его застегнуть и залезть внутрь, как медведь. И тогда будет вообще тепло. Вот я хочу застегнуть, но не понимаю как. Ребята, напишите, кто-нибудь когда-нибудь спал в палатках? Вот мы каждый год ездим. Только я все еще не понимаю, как ее сложить. А вот еще бесплатная водичка нам включена. Мне как раз жарко стало. Интересно, чем здесь кормят? Сейчас как раз пойдем у того полицейского спросим. Самое главное, когда ты вылез из палатки, надо ее застегнуть. Правильно, а то у нас тут очень много комаров и мошек. А на это у нас есть такое средство. Какой раз ты им пшикаешься сегодня? А здесь у вас преступников нет? Никто в палатку не залезет? Вообще-то у нас тут очень спокойно. Ну, на всякий пожарный приходите. Это я нормально стреляюсь. А мне какое оружие? Тебе оружие поменьше. Но, мама, все равно это сломал. А мне чем защищаться? На тебе так, как ты по-бедному. Ножик. Это мне? Так точно. Ты можешь какого-нибудь медведя зарезать. Спасибо. Если что, Васька, зови нас, мы тебе поможем. Что мы на обед будем есть? А обедать пока рано, надо искупаться. О, классно, я пойду купаться. Блин, что я храняю? Вы пока переодевайтесь, я выдам вам инвентарь для купания. Все ко мне получать водный инвентарь. В общем, мне пончик, вот зарплата. Пончик так пончик. Купил, продал. Ура, у меня пончик! А мне инвентарь не нужен, я пойду плавать. У меня денег нет. Так, ну что я тебе могу предложить? Из бесплатного у нас и доска, и пну на рукавники. Я доску выберу. Ура. Дети, будьте осторожны, вода холодная. А я сама надуваю на рукавнике. Молодец, возьми 1000 рублей. Ладно, пойду поконтролирую, как они там. Главное, чтобы не вылетели. Водичка холодная. Объясняю всем детям правила поведения на воде. Мы и так все знаем, расслабься. Я повторю, на всякий. Глубоко в воду не заходить, быть под присмотром либо родителей, либо полиции. И не баловаться на воде. А где у нас Василина? Василина! Ты где? Она с папой, все в порядке. Я тоже свяжу счета, стало жарковато. Я накупался, все. Иди грейся. Чтобы не заболеть, после купания надо обязательно греться. Ребята, а вы пишите, как вы отдыхаете летом. Если комментарии будут отключены, вы знаете, пишите в сообществах или под другим видосиком. А после купания у нас будет обед. Не опаздывайте. По-бедному тоже можно отдохнуть хорошо. Озеро это для всех одно. Круто! Главное к обеду успеть. Ага.
Дети всегда должны быть под присмотром. О, я смотрю, самые голодные уже на месте. Филипп, пора обедать! Как вы понимаете, это для тех, кто у нас любит отдыхать богато. Ой, это нам. Нормально. А мне что, не дадите? Ну, угостись пару ягодок. Еще. Сразу все давайте. А горячее где? А, горячее. Повар, сюда! Я повар, я сегодня буду вас кормить. Для бедных у нас есть ротан, кусочек хлеба, водичка. И брокколи. Какая-то брокколи. Кстати, очень вкусные. Я варю очень вкусно, даже брокколи. Угу. Налетай. А что у нас по-богатенькому? А для VIP-клиентов у нас армейская еда. Самая вкусная и питательная. Так, давайте посмотрим, посмотрим, что у нас для вас есть приготовить. Повар плохого не посоветует. Видите, ребята, приятного аппетита. Давайте посмотрим, что у нас есть для VIP-клиентов. Так. Итак, открываем чудо-коробочку. Для вас у нас есть гуляш. Говядина тушеная, высший сорт. Ням-ням-ням. Гуляш с кашей гречневой. Все любят гречневую кашу? Да. Отлично. А, паштетик. Угу. Икра заморская. Кабачковая. А почему не осетриная черная? Не доплатили. Еще у нас тут есть еще одна вкуснятина. Жаркое по-домашнему. Специальное приготовление. Давайте уже что-нибудь съедим. Подождите, это еще не все. Переходим к десерту. Сырочек плавленый. Домашнее фруктовое пюре, чай, кофе, ну и галеты. О, сейчас пожарем. А для тех, кто все съест, есть еще фруктовый батончик. Это мне. Готов есть. Так, ребята, и все это мы будем готовить на походной печке. Для походной печки у нас есть спички, которые горят даже под водой. Это все мы будем греть на... таблетках сухого спирта. Это что за таблетки? Это очень крутые таблетки. Поджигаешь, и одной таблеточки хватает, чтобы согреть целую чашку еды. Для тех, кто будет это есть, ложки. Кто у нас еще по-богатому? Нет. Обслуживающему персоналу ложки не положены. Ну что, я руками есть буду, что ли? А ты из 5000-ных купюр сверни себе ложку. О, хорошая идея. Как-нибудь сделаю. Люблю я богатых клиентов. Начнем готовить? Хлеб! Это мой хлеб. Те, кто по-бедному. Ну, хорошо. Особенно, как я. Так. Готовим ролтон. Что нужно, чтобы приготовить ролтон? Вода! Вода. Так. Горячая. Горячая вода. А лучше кипяточек. Вот кипяток. Но... знаете, что дети кипяток трогать не должны, поэтому будет заваривать квалифицированный повар. Так, вы употребляете все специи? Да. Все специи. Полный набор. Я, кстати, ролтон тоже люблю. Ну, ролтон вкусненький, да. Я бы тоже не отказался. У нас есть что-то повкуснее. А ролтон, приготовленный специалистом, это вдвойне вкуснее. Особенно ролтон, который с курочкой. Добавляем кипяточек, заливаем все. Вы чувствуете? Чувствуете запах? Пошел запах вкуснятины. Запах вагона ресторана. Заливаем кипяточком, закрываем крышкой, настаиваем 5 минут и готово к употреблению. Ну что, приступаем к готовке основных блюд? Да. Кто по-богатому? Я. Кому что накрыть? Что-нибудь, гуляш, например. Жаркое, давай жаркое. Смотрите, есть специально приготовленная печка. Смотрите, как ей пользоваться. Достаем заготовку. И берем одну таблетку.
загибаем края. Достаем специальное горючее средство. Вкладываем. Достаем специально приготовленные спички, которые горят даже под водой. А можно проверить? Можно, но лучше не нужно. Зажигаем наше чудо-средство. Да. Как вы думаете, загорелось? Да. Да. Да? Ну-ка посмотрим. Вот, все зашло. Да. Отлично. Смотрите, дую, не тухнет. Чудо-спичка горит и горит. Так, что мы будем первое готовить? Жаркое по-домашнему. Чтобы его готовить и оно не убежало, нужно его чуть-чуть приоткрыть. Ставим на нашу конфорочку и ждем. Пока ждем, слушаю от вас предложение по десерту. Я, наверное, возьму вот такое. Отличный выбор. Повидло фруктово-яблочное. Кирилл, что вы выбираете? Ну, я тоже повидло фруктово-яблочное. У Фельки чуть-чуть отожму. Да не, забирай, я возьму батончик. Хорошо. А еще у вас вообще-то чашка ягод и мандаринчиков. А у меня тут очень вкусно получается. Даже по-бедному тоже можно отдыхать хорошо. И весело зато будет. Ну что, господа отдыхающие, ваш обед готов. Готов вам накрывать. Я уже заждался. Так, снимаем. Ну, оно горячее. Тушим, еще пригодится. Открываем наш чудесный обед. Я чувствую уже, как пахнет прекрасно. Это очень вкусное жаркое. Это русское жаркое. Филипп, какую часть вы предпочитаете, левую или правую? Ну, я больше правую. Отличный выбор. Я бы сам такое отведал с удовольствием. Полиция тоже готова к обеду. А то мне так ничего и не дали. Так, ну что, насыпаем оставшееся, очень вкусное. Ребята, очень сильно подогрелось, поэтому прошу быть осторожными, чтобы не обжечься. Держите, сударь. Спасибо. Пробуйте и говорите, вкусно я приготовил или очень вкусно. Да. Кому подлива добавить? Мне. Подлива немного, поэтому... Это то, что я на свете не пробовала. На свете не пробовала подлива? Вкуснятина. Товарищ полицейский. Благодарю, молодой человек. Очень вкусно. Замечательно. Вкуснятина. Обалденно. Ставлю лайк. Ребята, пишите, что бы вы выбрали. Вот такой вот доширак. Или вот такой вот гуляш. Я бы гуляш. И жаркое. Мой обед вам очень понравился. Так, приступаем к готовке следующего блюда. Ко второму. Что вы хотите, говядину или гуляш? Гуляш! 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 Отличный выбор. Здесь очень много мяса и никакого теста. Много-много мяса, но мало-мало теста. Настоящие пельмени. Это очень-очень вкусно. Внутри много-много мяса, но мало-мало теста. Готовим. Гуляш, кстати, с гречневой кашей. У нас уже стол подгорает. Дымога собираем. Пожар! Так, ну что, приступаем ко второму блюду. Очень горячий. Итак, как я обещал, это гуляш с гречневой кашей. По-армейски, ребята, по-армейски. Не забывайте, смотрите, сколько масла. Так, давайте свои тарелки. Ням. Полностью. Я бы тоже отведал этой вкуснятины. Так, его по чуть-чуть, потому что это очень редкая гречневая каша с очень редким гуляшом. Поэтому только... А еще очень горячо. А еще очень горячо. Эксклюзивно, понемногу. Всем приятного аппетита. Ребята, не забывайте подписываться на канал, потому что у нас здесь выходят очень интересные ролики. Всем приятного аппетита и всем пока-пока. Пока-пока! Thank you.
то, что мы не сможем снять 24 часа на стуле. Конечно, не сможем, это реально сложно. Я в школу собираюсь. А я смогу. Давай, давай, удачи. Мне интересно, как ты на нем будешь есть и спать. А вот так. Спать я вот тут вот так вот разлежусь. А кухня-то на первом этаже. А мама мне принесет еду за этот стол. Я к нему пододвинусь и поем. Ну, удачи тебе. Все, я в школу. Ну и уходи. Я и без тебя справлюсь со своим роликом 24 часа на стуле. Ролик 24 часа на стуле начинается. Только что мне делать эти 24 часа? Главное, как сказал Кирилл, не вставать с этого кресла, а то я проиграю. Можно руками что-то трогать или, может, даже ногами. Задевать вот так вот ногами пол можно и руками тоже, но нельзя на него вставать так же, как и на кресло. Иначе можно проиграть. И на все другое тоже нельзя наступать, кроме кресла. Check the mic and make sure it sound right. Так, с чего начнем? Давайте во что-нибудь поиграем. А то так сидеть скучно. Вначале, наверное, поиграю в Акеда. Давно уже не играли. Вся арена уж запылилась. Только как я буду один играть? Ну ладно, справлюсь. Этот стул мешается, его мы убираем. Подъедем. Если бы Кириллу не надо было в школу, мы бы с ним вдвоем снимали ролик. Ну ладно, я думаю, что один справлюсь. Выберу-ка я такой против такого. Так, устанавливаем. Только этого еще нужно собрать. Честно, я даже забыл, как этого зовут. Как всех зовут. Хотя у Кирилла там есть подсказка. Можно подъехать и посмотреть. Так. Блин, придется убрать этот стол. Сложнецкие. Напоминает чем-то тетрис или шашки. Чтобы куда-то пройти, нужно освободить проход. Вот я освободил. Так, надеюсь, что будет достаточно. Так, какие там у нас акеды не видно просто. Какой-то рыцарь-ниндзя и еще динозавр. Ну-ка, где я тут? Так, а, вот он, ящер. Так, кто это? Тейвилл. А второй вот он. Дарксинг какой-то. Все, пойдем сразимся. Блин, неудобно. 3. Ой, забыл одну штуку. Здесь же есть звук. Я боюсь упасть. Мне сложно не упасть. Так, 6 поставил. Ребята, если вам понравится 24 часа на стуле, тогда можете еще подсказать, где можно провести 24 часа. В машине можно даже не заказывать, ведь она у нас уже снята. Поэтому смотрите, ссылку под видео мы оставим в описании. А я приступаю к бою. Так, давай, победит кто-то. Я сам с собой сражаюсь. Чё-то как-то одному в Акеда неудобно играть. Ну, сейчас еще попробуем. Застрял. Один вообще... Блин. Сейчас поправим быстренько. О, Филипп, а ты дома? А я думала, ты еще со школы не пришел. Смотрю, тихо, никого нет. А наверх поднимаюсь, слышу какие-то звуки. А ты что делаешь? Мама, я снимаю ролик 24 часа на стуле. Так, подожди, 24 часа на стуле. Я все понимаю, подписчики, там, челленджи 24 часа, все очень круто. Но, мой дорогой, а уроки ты будешь делать? Ну, да, конечно же, нет. Как нет? Тогда и 24 часа ты не будешь снимать.
Филипп, на самом деле ты можешь снимать 24 часа на стуле и делать уроки. Блин, это уже скучно. Нет, я лучше на компе пойду поиграю. Вот давай так сделаем. Слушай, 24 часа на стуле. Давай так, ты полчаса играешь на компе, а я пока твой рюкзак притащу. И ты напишешь прописи. Хорошо? Ага. Все, давай, я пошла. Ну я засеку ровно полчаса, через полчаса я приду и будешь уроки делать. За полчаса я вообще наиграюсь. И стульчик такой удобный. О, кстати, у меня на штанах написано 24 часа. Значит, точно 24 часа. Зайду тут у Кирилла, поиграю в Яндекс игры. Так, я хочу поиграть так. Быстро наверх, мыха. А чё? Так, значит, я хочу... Это Slime Ranch? Жаль то, что на этом видео будут комменты отключены. А так бы вы мне написали, в какие вы игры играете. Хотя я придумал. Пишите под любым видео сообщение для меня, в какую вы игру играете. А я уж точно догадаюсь, что это для меня. Ну, наконец-то загрузилось. Так, старт. Нет, идите. Ну, в общем, не надо этого мне. Это Squid Game. Так, сначала его сюда. Что? Заново. А чё колонки не работают? Надо их включить, да? Главное, со стула не слезть. Ну-ка, сейчас попробую. Так, он передвигается, но звуков почему-то все равно нет. Может, это игра без звука? Почему загрузка опять? Ненавижу загрузки! Все, мы полчаса сейчас пройдут. В этого. Потом. И кукла. Все, кукла сдалась. А я нет. Игра какая-то тупая. Выключаю, так. Сейчас попробую другую поискать, а то вообще не. Я лучше поиграю вот в эту игру. Надеюсь, то, что это не одна и та же игра. Одна, блин. Вот зачем вот это вот все тут? Надеюсь, когда загрузится игра, вот это вот все пропадет. Разбился. О, замочил. Так, мне уже интересно. Ты, блин. Ах ты ж. Чё, как? Всё, уровень провален, я могу спокойно выходить. Так. Кто-то тут, кажется, заигрался. Прошло уже больше, чем полчаса, Филипп. Я тебе принесла твой рюкзак уроки делать. О, это как раз мне уже надоело в эти дурацкие игры играть. Ну всё, отлично. Вот, бери рюкзак. Давай, смотри, что тебе там задавали. Что у тебя тут? Ну-ка, покажи, интересненького есть. А вот... И подвох в моем рюкзаке. Какой подвох? Ведь у меня уроков сегодня домашки нет. Как это нет? Не верю. Вы, наверное, писали прописи? Наверняка там у вас... это что? Почему у тебя так все смято, Филипп? Смотри. Филь, ну разве так делается, а? Ну смотри, как у тебя все помято. Ты смотри, только не встань со своего кресла, а тут провалится твой челлендж 24 часа. Что у нас тут есть? Молочко для котиков. Вот эти две молочные коровки носят постоянно молочко из школы. Ребята, а вам дают молоко в школе? Вот нам да. Я думаю, что дают. У нас уже весь холодильник этим молоком заставлен. У нас только Филипп часть молоком пьет, а мы его туда добавляем, да, Филь? Сейчас посмотрим прописи. Ну-ка, Филипп, давай показывай, как ты пишешь прописи. Так, Филипп. Учительница прислала, я видела, что нужно написать вот эти вот твои ку-ку, ка-ка, косы, у Нины косы. Так что давай бери ручку, где там твой пенал, и как раз это у тебя займет где-то полчаса. Мама, а это надо? Так, это надо мне в телефоне посмотреть, по-моему, да, 18-19 страница, так что бери ручку. Кстати, у Филиппа в пенале порядок, ну-ка покажи, какой у тебя пенал. У меня пенал очень хороший. Вот, видите, какой порядочек, все аккуратненько, все лежит. В общем, давай, двигайся к себе на стол,
выбирай. Ну, ты, кстати, поиграл, нет, в Акеда? Я поиграл, но мне было скучно одному. Серьезно? Я уже давно не играл. Сделай мне, давай вместе сыграем. А этот джойстик-то... Так можно же без джойстика, ты же знаешь, что у некоторых вообще-то арены нету, и кто-то как-то вот дерется же без этого, без арены. Ну да, но это... Вот, все, конец. Все, давай. А как там играется, не помню. Давай просто до одной победы. Мне ну стало да. интересно. Все, давай, подожди. Мама, смотри. Давай. Значит, видишь эту стрелку? Угу. Видишь эту стрелку? Да. И вот эти вот стрелки мы вот так вот соединяем, и он прицепляется. Вот такой красавчик. А я возьму зомби. О, это зомби у тебя? Ну покажи, ты все руками своими закрыл. О, прикольно. И сейчас будет сражаться зомби так. против солдата зеленого. Что? А, да не выставляй жизни, мы же все равно играем просто до одной победы, ну, Филь. Тогда ставлю по одной жизни. Ну давай, все. Давай, и на старт, внимание, марш! А, я тебя разрубила! Ура, ура, ура! Ура. Моя победа, моя! Филь, ты уже почти тут полдня провел в этой комнате. Все, давай делаю уроки, потом я тебе еще книжку принесу, книжку почитаешь. Нет, я уйду отсюда! Все, Филипп, давай. На тебе прописи, уроки, две страницы, и потом я тебе книжку принесу. Нет! Ну вот, последняя буковка, все написал. Можно отдохнуть. Главное не свалиться со стула, главное не свалиться со стула. И я не свалился со стула. Как там твои 24 часа на стуле? Хорошо. Вот я тебе принесла хрестоматию для первого класса, чтобы тебе не скучно было 24 часа проводить. Держи. Давай, давай, давай. Пообещал, что будешь 24 часа сидеть. Вот и сиди. Я хотел ребят развлекать, а ты мне какую-то книжку дала непонятную. Все, Филипп, давай, читай. Это челлендж челленджем, Филипп, а учиться надо. Вот когда ты почитаешь, тогда можешь отдохнуть. Я тут скричеров приготовил. Хотел хоть раз их запустить. Они такие классные. Ну запусти один раз, а потом книгу читай, хорошо? Ага, отличненько. Кстати, этому скричеру не нужны диски. Просто вот так вот берем и пум. Успели посмотреть, как он прыгает? Если нет, то я вам еще раз покажу. Главное побольше поставить ему, чтобы он мог прям перепрыгищить. Сейчас он пожарная машина, а когда он трансформируется, он превратится в слона. Оу, oh, ноу. No. Ладно, уберу орла. Хочу все-таки, чтобы он перепрыгнул. Перепрыгнул. Новый скричер, новые птичи. Ждали батл, будет батл динамичный. Флипы чище. Ну, нормально видели. Теперь запущу этого здоровяка. Скричер и стайл, энергия и силы. Вот так я его трансформировал. И сейчас запущу в диск. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. Где-то примерно 18 секунд, потому что я еще первые секунды не считал. А что будет, если он выплюнет и этот поймает? Сейчас попробуем. Итак, смотрите, что я придумал. Этот ловит диск, переворачивается и выплевывает прямо в этого диск. Только через 15 секунд примерно. А этот должен поймать и тоже трансформироваться. Раз, два, три. Раз, два, три. Стали батл, будет батл динамичный. Флипы чище, трюки чище. Скричер тики, тики, тики. Дай движа, давай ближе, бау. Скричер и стайл, энергия и силы победу забрал. Диск поймал, стал на пьедестал. Блин! Чё там, Филь? Всё? Встал с кресла, что ли?
все, я сижу на нем. Все, я стою на нем. Не, так уже не считается. Придется заново делать. Кстати, может быть, Кирилл попробует, может быть, у него получится. Зато у меня реально крутая трансформация получилась. Да? Да. Смотри на замедленном, мам. Новый скричер, новые фичи. Филь, ну получилось у тебя классно, но челлендж, конечно, у тебя не сработал 24 часа на стуле. Сколько ты всего продержался? Ну, где-то примерно 7 часов. 7 часов? Ну, 7 часов это тоже хорошо, надо с чего-то начинать. В следующий раз я себя скотчем примотаю изолентой и веревкой, чтобы я не встал. Ну ладно, все, давай. Я думаю, что все равно ребята тебя поддержат вот таким вот лайком. Давай, Филь, соберем мегалайкос, потому правда, что... Правда, без еще одного лайка, ведь папа на работе, а Кирилл в школе. Но Филипп очень старался, ребят, очень старался. Я видела, подглядывала за ним из-за двери. Не расстраивайся, в следующий раз получится. Зато какая классная трансформация получилась, да, Филь? Трансформация вообще крутая, но челлендж не вышел. Ну все, ладно, давайте. Всем пока-пока. Обязательно находите... красную кнопку. А вернее, красную пятку. Красная пятка, вот. А красная кнопка под видео. И надо на нее нажать, чтобы она стала серой. Вот прямо как вот эта вот кнопка. Да. Раз, и она вот серой. Такая большая кнопка, как Кирюхина кровать. Ну все, говорим всем пока-пока. До новых встреч. Давай придумывай еще 24 часа, где можно снять. Кстати, можно 24 часа. 24 часа за компьютером. Ага, фигушки, фигушки. Ладно, все, пока, Филь. Пока, пока. Ну как, ребята, меня хорошо видно? А слышно как? Э? Мы сегодня с вами проведем 24 часа под кроватью. Только я сейчас устроюсь получше. Я тут столько всего интересного. Филь, мама сказала, ты тут, ты где? Я здесь, Кирилл. Давай вылазь из-под кровати, что ты там потерял? А что у тебя тут за коробка такая огромная? Вылазь, я тебе все покажу. Я не могу вылезти, у меня тут челлендж 24 часа под кроватью. Ты что тут будешь 24 часа сидеть? Как ты будешь есть, спать, пить? Вот у меня тут все есть. Смотри, вот видишь, это мой любимый вулкан, который умеет стрелять. Я про него вообще даже забыл. Ребят, я раньше, знаете, как любил делать? Соединять все вот эти шарики вот так. И делать из них вулканическую установку или как там, атаку. Вот. А что ты там в коробке принес? Давай вылазь, покажу. Нет, я только так могу вылезти, максимум так. Капец, тебе кто-то опять челлендж придумал? Да, наши подписчики пишут, а я выполняю. Не, ну ты, конечно, молодец, но 24 часа под кроватью это вообще капец. У меня есть то, что тебя заставит 100% выйти. Это поделка гуджитсу. Это вообще не гуджитсу. Я сейчас тебе покажу гуджитсу. Да я знаю, что это не гуджитсу, я просто так для интереса назвал. Это стресс-бол, мелко. Сейчас антистрессы делают все, кому не лень. Вот гуджитсу. А у тебя там фигня какая-то. Филипп, я знаю, то, что это не гуджитсу, это антистресс. Не горячись, там написано. А давайте найдем 10 отличий от вот поделок гуджитсу, от настоящих гуджитсу и от вот таких вот жмучек, тянучек, мялок. Подожди, Филипп, самое главное я забыл сказать. Дорогие зрители, если вы досмотрите этот ролик до конца, вы узнаете, что в этой коробке. А что там? Что, если у тебя 24 часа под кроватью? Ты смотри, не вылезь раньше времени. А что там у тебя в коробке? Я хочу посмотреть, дай мне. Филипп, посмотри лучше на это. Дорогие зрители, а вы обязательно увидите, что в этой коробке. Досмотрите этот ролик до конца и не забывайте про лайки. И про подписку, я же для вас тут сижу, а не просто так дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. А что реально там в коробке? Скажи мне на ушко. Там новую куджицу и трэш-мобиль.
А вы, ребят, узнаете, что там, но только в конце ролика. А я уже знаю, ха-ха-ха. Итак, ребята, первое отличие. На этой упаковке нету дырочки, чтобы его потрогать. Но там написано, что там гелевый наполнитель. Второе отличие, которое я вижу, он стоит 290 рублей. Да, я его в дешевом магазине купил. О, Филька тоже сейчас 290 рублей стоит. А ты 2 рубля. А настоящего Гуджису меньше 1500 нигде не найти. Давай, так, Филька, третье отличие, то, что у него есть надпись. А вот на настоящих Гуджису тут ничего нету. Да, никакой надписи. Вот. И то, что сзади нету коллекции, это четвертое отличие. Капец. Страсбол мелко. Мы нашли 4 отличия. Остальные отличия, наверное, внутри. Мы пошли смотреть. Поехали. Так, у него какая-то здесь пленочка. Дай. Вот и пятое отличие. На ощупь он как... Не знаю, что даже. Стой. Там у меня гелевый наполнитель. Там гелевый наполнитель. Сейчас надуем его. Там слайм. Это отличие. Вот тут вот у нас орбизы с гелевым наполнителем. Если надуть, то будет видно. А, нет, просто орбизы помятые. А в новых Гуджису один X-Ray гель с пузырьками или же глюкозный сироп. Вот он такой, более тягучий. Хочешь, а этот вообще слайм. Хочешь, да, серьезно, смотрите, слайм. Хочешь, покажу прикол? Давай. Я тянучка, и у меня большие мозги. Настолько, что я аж улетаю. А самая разница в том, как они тянутся. Я еще одно отличие нашел. Вот эта штучка. Они вот разрезают его и наливают, а потом запечатывают. А в Гуджису такого нету. А кстати, растяни его. Филипп, а давай я покажу ребятам, как я тебя вытягиваюсь под кровати с помощью Гуджису. Но не полностью. Давай. Выбирай любого. Вот. Хорошо. Бери за ноги. Подожди, дай я сначала получше залезу. Хорошо. Чтобы ты меня не вытянул. Готов, Филипп? Да. Пятки под кроватью, все нормально, иди обратно. А теперь попробуем им. Настоящие Гуджису тянутся в 3 раза, а этот я не уверен. Ну давай пробовать, но слайм убираешь ты. Давай, пофиг. Ну, растягивается нормально. И жамкается хорошо. А кидать тоже нормально. И кстати, тут написано, что можно его кидать. А ну-ка, попробуем. Ой, я тоже хочу бросить. Ты залез под кровать, вон там и сиди. А я буду кидать. Дай покажу там еще одно отличие. Давай, показывай 7 отличие. Дай тогда одного. Вон. Дай тогда одного из Гуджису. Смотри, видишь, любой Гуджису, если ему руку втянуть куда-нибудь, да. Смотри, он все равно возвращается, да? Смотри, у этого рука втягивается, и она в конце просто прилипает обратно. Смотри, вот так вот ее вталкиваешь, зажимаешь внутри, и она не возвращается. И я безрукий. Ну давай уже Гуджису потянем, а потом узнаем, что в той коробке. А в коробке кое-что интересное, друзья. Так, проверяем, как тянется наш новый антистресс. Стой, сейчас вытянешь. Стой, Кирилл, ты меня сейчас вытянешь. Не, нормально, пятки там, иди залезай. Кажется, он прочный. А давай порвем, мне охота слайм достать. Ну попробуй порвать. Неси штуку, куда мы складем его непонятную жижу. Давай, потянем, вытянуть не можем. Хорошее качество, не рвется. Но у нас в руках он точно не выживет. Да, согласен. Ручка. Филипп,
сейчас вылетит. Да нормальный еще. Да, хорошо. С него уже вся картинка слезла. Даже глаз еле остается. Не рвется. Капа-чапака. И сейчас я тебя поцелую в кровати. Не надо. Я придумал. Филька, подержи. Так, что там у меня есть? Сейчас отрежу ему конечность. Хватай. Вы заметили? Мы не смогли ее порвать руками. Значит, качество хорошее. Но сейчас попробуем моим ножом. Он очень крепкий. Вау, смотри. Дай подвину его. Ну, это обычный слайм. Хорошо, что он не липкий. Вот у меня будет чем еще заняться. А сколько ты уже тут сидишь? Сейчас посмотрю на планшете. 3 часа уже. О, нормально, еще 21 час остался. Да нормально, у меня тут даже подушка есть. Если я захочу спать, то я возьму подушечку, а затем покрывальца. Филипп, смотри, чтобы ты не вылез. Вот так вот, лягу и засну. Ну да, так можно 2-3 часа поспать. Потом придет мама, заставит меня делать уроки. И как ты будешь делать? Быстренько выброшу подушку, обратно покрывало, расчищу зону, тетрадку возьму, пенал возьму и сделаю все уроки. Нормально, это заслуживает лайка. Потом у меня еще будет время для планшета. Но сейчас время не планшета, а пришло время узнать, что в этой коробке. Давай, давай, показывай, мне очень интересно. Сначала надо взять мой любимый ножичек. Так. Перевернуть коробку вот так. Вот, ну чего? Ребята, вы будете первыми, кто увидит это. Ну и что там? Сейчас, Вика, я еще не рисовал. Хорошо, ножичек. Да, согласен. Да. Можете заглянуть одним глазком. Я знаю, что там, но безумно хочу посмотреть. И вот она, эта волшебная коробка. Поближе, поближе ко мне. Вот, Вика, смотри. Разные гуджицу. Это что? Это не машинки, это тоже гуджицу. Зверь, трашакула. Сейчас мы все показывать не будем, вы увидите это в обзоре нашего видео. В следующих видео мы вам все покажем. А еще в них есть какие-то шарики. Поэтому, кто любит гуджицу, подписывайтесь. Как? А здесь еще есть одна тайная коробочка. Я знаю, что, наверное, там. А вы знаете? Я надеюсь, да. Подскажу, это драж-мобиль. А я знаю, что это за шарики там у них внутри. Я тоже знаю, но не рассказывай зрителям, чтобы им было интересно. Ну все, ребят, я надеюсь, мы вас заинтриговали. Увидимся в следующем ролике. А я пошел поглубже под кровать. Ведь мне тут еще 20 часов сидеть. Пожелайте мне удачи и пока-пока. И пишите комментарии под видео, какие еще ролики бы вам заснять. Ребята, всем пока-пока. И до новых встреч. Кирилл, ты посмотри, надо еще эти шарики. Я тоже. Смотри, видишь, они без наполнителей. Да. В этих шариках наполнители. Да.